iPhone, iPad, Mac и остальную красоту Apple можно приобрести в официальном американском Apple Store дешевле, чем в России, при помощи мега-посредника Бандеролька. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Полтем, ребят, сразу о главном. Apple Web Store показала iPhone Lightning Dock, и с этим произошло какой-то фейл, то ли это какая-то спланированная акция от Apple, то ли черт его знает, что это. Ну, в общем, мы с вами видим этот док. Вот так вот он выглядит, и пока что все нормально. Видим, что в картиночках есть iPhone 6 на этом доке, то есть, в принципе, также все нормально. И iPhone 5s белого цвета. То есть, опять же, все пока что очень хорошо. Но еще есть скрин, в котором имеется пластиковый iPhone с Touch ID. То есть, как бы пластиковый iPhone с Touch ID. Это обычно iPhone 5C, тот самый пластиковый iPhone, в котором нифига не Touch ID, а обычная кнопка Home. Но здесь на скриншоте мы видим кнопку Touch ID, и, следовательно, либо в Apple просто мега ололошки, но они сделали так, что засветили iPhone 6C, если он вообще выйдет. В общем, ждем. Возможно, скоро будут новые новости по поводу этого iPhone 6C, и не удивлюсь, если Apple удалит эту фотографию со своего магазина различных гаджетов. Ну что же, ребят, вот такой вот был апдейт новостей по поводу iPhone 6C. Скоро уже яблочная пора, поэтому ждем новых слухов. Если хотите еще такие видео, ставьте ваши пальцы вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте о яблочках. Пока!